Гиббон. Распространены от северо-восточной Индии, Мьянмы и Южного Китая до Малайского полуострова, Индонезийских островов Калимантан и Ява. Основную часть питания гиббоновых составляют листья и фрукты. В небольших количествах они питаются насекомыми, птичьими яйцами и небольшими позвоночными. Каждые 2-3 года самка рождает по одному детенышу. Новорожденный цепляется за живот матери и проводит с ней первые недели. Позже в его воспитании участвует и отец. Средняя продолжительность жизни у гиббонов составляет в дикой природе около 25 лет, в неволе 34 года. Они должны на стульчике сидеть ведь. Мам, у них еще и от колесницы.